с вами Кристи Крайм, и сегодня со мной на канале моя любимая Настюшка Bad Barbie, Bad Baby, Bad Bitch. Всем привет, Bad Bitch. Всем привет, Bad Bitch, именно так. Сегодня мы с вами будем заниматься такими вещами, вы даже не представляете. Сегодня я продолжаю свою рубрику, повторяю макияж своих подружанек, моих любимых таких вот. Сегодня Настя мне будет показывать свой повседневный макияж, который я должна буду повторить, и потом мы посмотрим, похожи мы или нет в конце видео. Ну что, конечно, погнали? Погнали, погнали, сестры. Поехали. Поехали. Начинаем с того, что я показываю свою косметичку. Как вы думаете, из нее сделать вот реально косметичку? Блин, я бы реально вот сюда вот молнию бы сделала. Молния. Ну, прикольно. Модный Стаси бренд. У нас... А с чего мне начинать? Ну, с чего ты начинаешь? Ну, да. Прекрасный тональник, который я недавно нашла. Господи, я так рада, что он теперь у меня есть. Ланком. А он прям хороший. Он прям хороший. Так, убираем вообще, во-первых, мои все эти косички, которые мне мешают. Ну, косички топовые так-то. Это понятное дело. Да. Прям хорошо. Мы сейчас с вами наносим тональничек, потому что я люблю, чтобы у меня... Потолще прям было. Да, было потолще и все скрывало. Ну, что тебе скрывать? Было... Я не понимаю. Ладно я. А тебе что? У меня на бороде такая херня вылезла. Я просто в шоке. У меня обычно нет прыщей вообще. Удивительное явление, спасибо Богу. А, вот такие прекрасные рабочие движения. Оп. Я просто в глаз себе дала. Наш менеджер с Кристиной, знаете, как смеется? Вот так. Как крыса. Я контурингом пользуюсь всю жизнь только, который карандаш. А жидкий это как? Не жидкий, ну он такой тоже, вот такой. Вот, у меня такая же, только маленькая штучка. Ну вот, я тоже обожаю кремовый контуринг. Это просто, ну типа, скулы лайк натуральные. Я слышала, что нужно шею пипец замазывать, чтобы не видно было, что вы загорелая. Только лицо загорелое у вас. Ну бывает, бывают такие факапы. И я слышала, что так постоянно говорит Игорь Синяк. Да, и на уши. На уши тоже. Игорек, мы с тобой. Его роликсы. Фокусы. Мы пытались выучить его новую песню. Кстати, классная песня. Классная, реально классная. Я не понимаю, почему песня. Его засрали, вообще не понимаю. Ну, прям нормально. Итак, тональная основа готова! Я считаю, этому этапу надо просто похлопать. Далее у нас идет вот такая замечательная моя любимая кисточка. Это вот вообще, я ого! Не знаю, откуда мне это пришло, по бартеру что-то, я не знаю, что это такое. Что мне делаешь? Очень нравится вот этот вот цвет, я его вот так вот наношу. Просто у меня тоже есть такая, типа, кисточка. То есть не припудриваемая, ничего. А что припудривать-то? Что ж вы такие-то все, не пудритесь. Вот кто не приходит, мы не пудримся. Думаю, йо, а как вы живете? Я не понимаю, что не... оно делает? Ну вот и у меня, например, нет? Просто типа жирная кожа. И типа если я не запудрюсь, ну жирный блинчик на камере, привет. Да? Да. У тебя кожа не жирная просто. И смотри, не забывай на носик вот так вот. Вот, чтобы быть типа няшкой такой, няшкой. И можно чуть-чуть добавить слегонца вот сюда, ну так чисто для живого эффекта. А далее у нас идет контуринг твой. Сефора. Слушай, а консилер какой-то не наносишь? А не ношу, не наношу. Иногда я завидую людям. Это знаешь, типа, поздравляю, но не от всего сердца. Вот так вот берем и мажем свой носик. Ну, делаем контуринг. Стоп, а можно я это попробую тональник? Может, он реально такой плотный, что типа вместо консилера конечно, подойдет спокойно? Конечно. Я вот так вот чуть-чуть. Так. Не, ну, я без консилера просто какой-то трэш. Честно, я не вижу разницы. Я вижу. Хотела сказать, неужели ты не замазываешь всякие финтифлюшки на своем лице, ну, которых нет? Ну, получается. Свою замазали, хотя зараза говорит нам все равно, привет, я здесь. Привет, я вот никуда она, не уйду. Вот она. Я никуда не уйду, дорогая. Так. Берем опять консилер, контуринг. Угу. И вот так вот, вот так, оп. Я делаю это все на верхнюю часть. Короче, раньше я делала скулы типа на щеках вот здесь. Я не понимала, почему мне не идет. А потом мне визажист рассказала, и я такая... Я беру вот этот консилер. Ой, опять я назвала его консилером. Ну да, допустим. Контуринг. И намазываю его о, сюда. О, я рада, что еще так кто-то делает. Серьезно? Ну, конечно. Как без этого-то? А я не знаю, мне так нравится. Типа мне вот тоже. Голубым глазам еще подходит коричневый цвет. Да, и оно сразу так оп-оп-оп и красиво. Получается, взгляд кошки появился у нас. Он короче, есть красивый. У меня хайлайтер. Я им пользуюсь не часто, но когда хочется чуть-чуть добавить блеска, я его беру и намазываюсь им. Ну и вот так вот мы заблестели. О, доброе утро. Нормально он тогда. Смотри, прям зеркало.
Бровья! Наконец-то. Бровья! Чем ты красишь брови? Есть у меня тени. Называется Вилен Собор. Я раньше ненавидела свои брови. Почему? Не знаю, они мне не нравились. Они мне казались маленькими, какими-то не густыми. Фига себе маленькими. А они у тебя всегда такими были? Мне как будто кажется, что не всегда. Потому что я помню четко, что они были не густыми, маленькими. Угу. И я такая, боже мой, у меня был комплекс. Я а ты их рисовала? Не, ничего никогда не делала. Ну и походу они выросли, либо у меня мозги появились, и я начала любить себя. Главное, симметрично постараться сделать брови. Ага, ну тут тогда я уже в минус. Вроде вот накрасили. Типа, я вот этими тенями всегда делаю базу, так сказать, форму. И берем вот эту штучку. О, доброе утро. Это, я не знаю, праймер называется или что. У меня как бы есть вот здесь вот местечко, где нет волос. Ну, проплешинки всякие. Да, такие. Проплешинки. Я их закрашиваю, дорисовываю, чтобы было почетче, было поприятнее как-то глазу. Но это не все. Еще у нас есть, конечно же, гель для бровей. Ну, конечно же. Ну, и гелем для бровей мы вот так вот подчеркиваем все, и они как-то ярче становятся. У меня такие брови? Ну. Такие прям богатые. Богатые. Прям богатые. Запахло деньгами. Ну. Ты наверх зачесываешь, да? Да, да, да. Ну, все, тогда я правильно все делаю. У кого нарощены реснички, я вот кисточкой своей чуть-чуть их причесываю. А кому такое счастье не дано, красим их. Чуть-чуть подкрашиваю и, конечно же, нижние реснички тоже. Вот, я, например, нижние реснички не крашу, потому что у меня там отпечатывается все. Сейчас я с тобой накрашу вместе. Вы открываете рот, когда краситесь. Вот ресницы. Иногда бывают такие ситуации, типа... Да-да-да. Ну, вот так вот просто ставлю, чтобы рот не открывался. Лайфхак такой. Вы знаете, типа, если мне такой нужен сучий взгляд, то я накрашу только верхний. Если, типа, такой кукольный бэйби-фейс, то я накрашу, типа, и нижний. А я такая многосторонняя, многогранная. Многогранная личность. Далее идет помада от Givenchy. Я ее так обожаю. Она была богатой. Я ей пользуюсь каждый день, поэтому она, ну, тоже в таком непригодном состоянии. Я так замечаю, что у нас уже конец макияжа, а накрасились-то мы очень быстро. Ты сколько вот в день тратишь на макияж? Честно, если бы мы даже не разговаривали... Ну, у нас такого, конечно, не получается, но никогда. Короче, когда я одна крашусь, я трачу на это, типа, минут 7. Я очень считаю, это достойно аплодисментов. Но мне нравятся эти богатые брови. Ля какая, я не могу. Ля какая. А помада, поделитесь, спасибо. Просто пипец. Ну, когда мне хочется чуть-чуть побыть... Бэч? Бэч. Не знаю, постарше быть, то тогда я делаю, конечно же... Стрелочка. Берем. То есть ты делаешь, получается, после туши? Вообще нет, я просто забыла. А у тебя вообще они такие остренькие, они какие-то толстенькие. Ну, они не должны быть острыми, они подружки. Такой прям кукольный образ сегодня. Ну, вот так вот крашусь я каждый день. И вот такой вот макияж у нас сегодня получился. Напишите в комментариях, похожи мы или нет. Мы похожи, мы со стрей. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх, я уже говорила. Ну еще пальцы раз скажу, пальцы вверх. Да. Колокольчик включаем, чтобы Настюшка и я не расстраивались. Не надо расстраиваться, надо жить счастливо, радостно. Значит, мы прием к вам. И... Всем пока! Пока-пока!